Продолжается аттестация девятиклассников. Сегодня на базе 7-й школы основной государственный экзамен по русскому языку сдавали 275 школьников. 7 выпускников школы коррекции проходили испытания в 3-й школе. На экзамен было отведено 3 часа 55 минут. Оценивается он по 5-бальной системе. Экзамен очень серьезный, усложнен тем, в отличие от математики, что еще будет прослушивание аудиозаписи, профессиональный диктор будет читать текст, и ребятам нужно будет по этому тексту написать изложение. Процедура проведения экзамена ребятам уже известна, поэтому большинство из них чувствует себя уверенно и спокойно. Я столько раз уже решала эти кимы, что как бы волнение все проходит. Ну, как бы мне не страшно. Хотя все равно своя доля волнения присутствует. Благодаря этому переходим в 10 класс, как-то растем, показываем свои результаты. В первую очередь это вообще для себя, получается, чтобы оценить свои силы, показать, на что ты способен. Волнения после первого экзамена уже нету, потому что уже все прошел. Как-то не страшно уже становится. Результаты экзамена по русскому языку ребята смогут узнать в своих школах 11 июня. Резервный день для пересдачи 16 июня. Однако аттестация девятиклассников не заканчивается. 5 июня экзамены по выбору будут сдавать те, кто хочет проверить свои знания по географии, истории, биологии, английскому языку и физике. Наш выпуск завершен. Я напоминаю, что вернуться к темам программы можно на сайте vektor-tv.ru, а также в соцсетях, на Одноклассниках, Фейсбуке и ВКонтакте. А номер телефона редакции новостей 519-77. Звоните и рассказывайте о событиях, которые происходят в нашем городе. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.